После того, как фильм «Холоп» был признан самой кассовой российской кинолентой, Бортич опубликовала несколько счастливых снимков со своим коллегой, с которым уже не скрывает роман. Об интрижке беременной актрисы с Биковичем уже давно ходили слухи, так как именно после съемок, где у них была главная романтическая линия, она призналась в своем интересном положении. Примечательно, что актриса приняла поздравления с беременностью, но так и не сообщила об этом в открытую. Однако она этого явно не отрицает. Скорее всего, причина, по которой Бортич не раскрывает округлившийся животик, был супруг, успешный бизнесмен Евгений Савельев. Однако сейчас Саша не стесняется публиковать совместные милые фото с Милошем. Это только подтверждает, что актриса бросила олигарха ради холопа из-за пронзительной влюбленности и будущего ребенка. Как-никак дети должны расти со своими настоящими родителями. Похоже, что Александра все-таки поступила по совести. Увлекшись своим коллегой во время рабочего процесса, она смогла найти настоящую любовь. Ведь как раз суть отснятой киноленты была основана на том, что важнее настоящие чувства, чем деньги. К тому же друзья Бортич приняли поздравлять подругу с новой влюбленностью. Напомним, что Александра призналась в беременности, когда она пришла с округлившимся животом на YouTube-программу Coming Out и приняла от ведущих поздравления. Скрывать свое положение Бортич могла из-за страха перед своим женихом. Ведь не факт, что именно он являлся отцом. Подобные истории любви в шоу-бизнесе не редкость. Главное, чтобы позже это не вышло боком для самой актрисы. Ведь закон бумеранга никто не отменял.